Полиция Бразилии арестовала участников крупной преступной группировки, которая занималась продажей просроченных продуктов питания, в первую очередь мяса. Объектом расследования стали крупнейшие бразильские компании, работающие не только на внутреннем рынке, но и на экспорт. По версии следствия, преступники вступили в сговор с представителями надзорных органов и получали от них сертификаты качества без соответствующей проверки. А между тем, Бразилия является одним из крупнейших экспортеров мяса в мире. В прошлом году экспорт мяса птицы достиг почти 7 миллиардов долларов говядины, 5,5 миллиардов. Если мы обнаружим эту продукцию на рынке, мы примем соответствующие меры и немедленно изымем ее с продажи. У нас пока нет информации по экспорту. На данном этапе речь идет о внутреннем рынке.